Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Мартинис, Антон. Много есть имен на свете, может целый миллион. Что значит «наши имена»? Кипитоша, вчера мы ходили в цирк вместе с дядей Виталием и его семьей. Нам всем очень понравилось. Особенно, кажется, дяде. Он так радовался, кричал, смеялся громче всех нас. Ну, в этом ничего удивительного нет. Почему это? Ты же не знаешь моего дядю, а так говоришь. Да, я не знаком с ним лично, но зато знаком с его именем. В переводе с латинского языка «Виталий» значит «полный жизни». Вот твой дядя, судя по рассказу, полностью оправдывает свое имя. Правда, он очень жизнерадостный. Хотя первоначально это имя в Древнем Риме давали детям рабов. Ты же помнишь, что знатные римляне пользовались трудом рабов, которые за них все делали. Так вот, Виталисом называли мальчика в надежде, что с таким именем он любые тяготы жизни преодолеет. Но сейчас рабов нет, а имя осталось. Причем и девочек так называют. Виталиями? Очень смешно, Кипитоша. Виталинами. У нас во дворе есть одна девочка. Да, слышал, шучу. А вот исправить в ее имени букву, и будет совсем другое слово. А какое? А подумай. А, догадалась. Витамин, что ли? Ага. Вита – это жизнь. А витамин – это то, что необходимо для здоровой жизни. Как раз ту девочку во дворе, Виталину, родители называют кратко «Вита». Никогда бы не подумала, что это имя и витаминки – слова-родственники. В именах и словах очень интересно разбираться, ты же знаешь. Это точно. Интересно, а люди знаменитые с таким именем есть? Конечно. Мне вот сразу вспомнился один писатель. У него много коротких рассказов о природе. И это Виталий Бианки. Я очень люблю его «Лесную газету» и «Синичкин календарь». Да, читаешь их и понимаешь, что писатели правда очень любят жизнь и природу. Что оправдывает его имя Виталий. Что значит «наши имена»?